Их миссия – возвращать имена героям. Они участвуют в поиске и перезахоронении солдат, офицеров и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной, восстанавливают хронологию военных событий и выполняют много других важных дел. Все это о них, участниках общественной патриотической организации «Поиск». Мы встретились с ее руководителем Игорем Цукановым и узнали, что важного и значимого произошло у курских поисковиков. Игорь Павлович, ну вот как руководитель Центра «Поиск», все-таки подведите итоги деятельности за этот год. Ну, я бы сказал, что Центр «Поиска» не только поисковой работой занимается. У нас несколько направлений. Поисковая работа – это, естественно, главное. Есть еще увековечение памяти, то есть ремонт и создание новых памятников и памятных знаков, которые увековечат подвиг в Великой Отечественной войне. Затем книга памяти. Многие поисковики участвуют в ее создании. В этом году вахта памяти была проведена одна областная и 4 межрегиональные вахты памяти. Ну, межрегиональные в основном проходили в Поныровском районе и одна с именем собственным без срока давности в городе Курске. Про нее в это время много писали. Найдено было 128 мирных жителей. Причем на некоторых были видны пытки. Перед поисковиками стоит важная задача – увековечить имена тех, кто воевал в годы Великой Отечественной на Курской земле и не дать потомкам забыть о подвиге советских солдат. Работа крайне сложная и кропотливая. Вот мы сейчас в этом году увековечили на памятнике артиллеристов еще 1120 человек в Поныровском районе. Это 40 плит гранитных. 2 гранта плюс спонсоры смогли это сделать. Они все погибли в окрестностях вот этого памятника. Более 200 имен солдат появились и на братской могиле в селе Первые Поныри. Продолжается работа над книгой памяти. К юбилею победы в Курской битве планируется выпустить ее 19-й том. Там, значит, что получилось такое? Вот еще почти 200 человек, 198 курян, которые не вернулись с войны, еще удалось найти таких. Вот. Причем вернувшиеся с войны еще 3700 человек. То есть у нас сейчас где-то под 110 тысяч вернулся. Хотя я прекрасно знаю, что это еще нам долго работать. Вот. Захороненных еще ну, почти 2900 почти захороненных на территории Курской области. Ну и первый раз мы сделали призванных, в списке призванных 5500. Не все районы, но 5500. Но своей основной задачей поисковики считают воспитание подрастающего поколения. Важно, чтобы ребята не забыли о подвигах своих предков. Зачем нам образованный человек, который родину не любит? Это вот сейчас все показало. И вот, кстати, я надеюсь, что в мозгах у многих щелкнет это все. Ну, хочу на своей организации сказать, мы никого не приглашаем. А у нас, тем не менее, школьников, ну, 90% это школьники составляют. Школьники, студенты. Последняя экспедиция была вот здесь у нас без срока давности. Мы туда почему детей приглашали, там еще астраханцы приезжали, которые, много тех, которые вообще никогда в поиске не было. Первый день вахты, последний очень разительно отличали. Знаете чем? Первый день полное раздолбайство. Ну, то есть никто не знает, куда, чего, что делать. Последний день боевая часть стояла. То есть под минутному глазу не понимали, чего делать надо. Всего 10 дней прошло. И такая наставническая работа дает плоды. Многие поисковики с первых дней СВО находятся на передовой. У нас с нашей организацией, наших поисковиков, действующих в том числе, оказались спецоперации и добровольцами, и контрактниками, и мобилизованными. И никто не откосил от этого все. Некоторые наши старшие поисковики занимаются тем, что возят то, что нужно. И войска, которые там служат. Кстати, сейчас очередная машина там. Немало среди поисковиков и тех, кто сейчас помогает бойцам за ленточкой. Один из участников отряда «Высота» Максим Калмыков, например, мастерит буржуйки. Кстати, собрал целое сообщество единомышленников из других районов, которые помогают ковать победу в тылу. Народ показал, что он подготовлен оказался. Причем народ оттуда сообщает по телефону, говорит: ребят, спасибо вам за поиск. Потому что если бы мы не научились у вас всему, чему мы умеем, нам было бы гораздо тяжелее. То есть им не надо привыкать к холодной погоде, к житью в палатках и все остальное, там, в грязи копаться. Уже научены. И тесная работа с молодежью продолжается. Не только поисковая и воспитательная, но и образовательная. Один из наиболее интересных, так сказать, как бы не совсем связанных с нашей деятельностью вопросов, это организация конкурсов, научных конкурсов, формирования научно-интеллектуальной литературы. И вот в этом году был проведен 11-й конкурс. В конкурсе участвуют школьники, начиная с 7 класса, и студенты средних специальных и высших учебных заведений не старше 3-го курса. Причем вот в этом году 6 регионов было. Среди них и Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ставропольский край. Его оценили уже Министерство просвещения. Вот второй год входит в обязательный приказ, обязательный конкурс, который проводится на территории Российской Федерации. То есть участие в этом конкурсе дает за победу 10 баллов при поступлении в высшее учебное заведение. Поэтому мы будем продолжать, причем народ сам с удовольствием в этом деле участвует. Что касается поисковой деятельности, то на этом фронте работы всегда предостаточно. Раскопки в 2022 году показали, в земле лежит еще много неупокоенных воинов и мирных жителей, сбитых самолетов и другой техники, которую специалисты восстанавливают буквально по фрагментам. Всего найдено 240 человек, вообще всего. Еще, кроме этого, 7 самолетов. В Курской и Орловской области 3 с двигателями были, 1 немецкий самолет. Ну, удалось установить военнослужащих 5 человек и 4 мирных жителей фамилии. Ну, там работа не окончена, потому что она продолжаться будет. Я точно знаю, что там архивы работают. И еще будут, и родственники будут найдены еще. Если говорить про планы на все-таки будущий год, вот итоги этого подвели на будущий год. Помимо поисковой работы, и в том числе и поисковую, если брать поисковую работу, какие вот намечены? В следующем году у нас планируется работа не только в Знаменской Роще, но еще и в 4-м военном городке. Вот. Напротив практически, и там лагерь военнопленных, мы почти 1000 человек там нашли, и, по-видимому, еще найдутся. И будем приглашать, я уже разговаривал с другими регионами, тоже будем приглашать, как он называет, чайников, то есть никто, кто не умеет работать. И вот тут будем учить. Мемориальные плиты, ну, пока две задумки, в общем-то. Посмотреть, Ольховатке памятник уж был по федеральной целевой программе в этом году сделан. Надо просто проверить, всех ли увековечить. Если не всех увековечить, значит, плиты туда доделаем чего-то. Ну, это смотреть надо работать. И у меня в этом, на следующий год, я уже второй год пытаюсь это все сделать. У нас есть разбомбленный эшелон в Суджанском районе. Вот. И они не увековечены все. Там их 145 человек. На этот год запланировано по Курской битве сборник документов. На 23-й имеется в виду. А если время будет, то уже на выходе большая книга о поисковом движении «Черноземье». Спасибо, что рассказали о деятельности поискового центра и принципе движения поискового. Было очень интересно. Спасибо за рассказ. Они могут по праву гордиться своей работой. Курские поисковики официально одни из лучших в России. Те немногие, кто детально знакомится с судьбой каждого солдата, прежде чем внести новое имя в книгу памяти или высечь его на гранитной плите. Настоящие хранители истории.